И всем привет, с вами Лего. И сегодня я снимаю обзор на набор, артикул которого 79101. Это черепашки-ниндзя. Ну да. Они. Shredder's Dragon Bike. От 6 до 12 лет. Видим Шреддера. Видим Foot Soldier. Видим Донателло. Такой вот эмблема Лего, Teenage Mutant Ninja Turtles, ну такая вот коробка, нарисованы черепашки. Вот все картинки, можете их разглядеть сами, тут комикс. Вот такой комикс. Ну функции и все такое. Инструкция, думаю, не имеет значения особого. Перейдем к первой фигурке. Это Foot Ninja. Ну, я дал ему карту эту. Честно, я не смотрю черепашек ниндзя. Поэтому я не знаю, что это за карта. Но я знаю, что это Foot Ninja. Вот такой вот Foot Ninja. Прикольненький довольно-таки. Вот. С принтами сзади, спереди. Дальше давайте-ка рассмотрим Шреддера. Шреддер. Довольно хорошо получился у леговцев. Блин, у него ранение немножко похоже на ранение, как у этого самого двухликого. Сейчас покажу. То есть сходство... Небольшое есть. Ну вот, посмотрите. Ну, есть сходство. Вот, это довольно редкие детали. Нет принта сзади. И одностороннее лицо. И, кстати, шлем мне тоже нравится. Хороший шлем. Дальше мы перейдем к Донателле. Вместе с ее такой вот ерундистики. Рассмотрим Донателло. Такое вот у него серьезное выражение лица. Повязка вырисована. Панцирь снимается. Там печать. Вот эта палка сделана из трех деталей, как мы видим. Черепашка-ниндзя, то есть Донателло, мне больше всего как бы тут приглянулось. Ну и посмотрим на вот эту доску на колесиках. Я не знаю, что это. К этой доске на колесиках прикреплен фонарик и какой-то там ускоритель и турбинка. И, кстати, вот сюда... можно положить палку Донателлы. Естественно, эта доска катается. К нам подъезжает дракон, точнее байк-дракон. Вот байк достаточно хороший. У него есть тоже выражение лица. Вот такой вот. Это морда дракона. Как понимаю, вот там вот таятся глаза. Ну, пульки-выдавливки, а без них как? Ну да, недалеко. Тут какая-то надпись. Не знаю, что тут написано. Сиденье, и эта штучка прорезиненная. Вот я не знаю, вот зачем они ее сделали прорезиненной. Вот такая вот она, прорезиненная. Колесо. Ну, такой вот байк. Ну, набор стоил 1000... Он стоил 1500 рублей. Покупал я его вообще в Дании. Хоть у нас и в России есть... Покупал я его в Дании, там он стоит 250 этих
их денег. Я уже забыл, как называются. Вот. Ну, вот такой вот был наборчик. И подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!